Уважаемые друзья, всем привет! С вами вновь Евгений Вергус и блог «Советы вебмастера». Сегодня решил записать небольшой видеоурок о том, как сократить ссылку. Дело в том, что я очень люблю заработок на партнерских программах, вы это знаете. Всем его рекомендую также. И мне стали поступать постоянно письма с тем, что не совсем понятно, как сокращать ссылки и для чего это нужно. Ну, сейчас я вам покажу, как сократить ссылочку с помощью сервиса bitly.com. Данных сервисов, подобных сервисов довольно много. Вы можете просто в поисковике вбить запрос «как сократить ссылку» или «сократить ссылку», и вы увидите, что достаточно много сервисов выйдут по данному запросу. Ну, я пользуюсь сервисом bitly. Вот видим bitly.com здесь. Заходим на него и видим такую картинку. Для того, чтобы авторизироваться, нужно зайти либо с помощью Твиттера, либо с помощью Фейсбука. Я зайду с помощью Твиттера своего аккаунта. Либо можете внизу нажать просто «сократить ссылку». Просит авторизировать. Прошла авторизация. И вот здесь вы видите, что были мои разные ссылочки, которые я сокращал. Здесь все достаточно просто. После того, как зашли на данный сервис, идем в свой аккаунт партнерский. Я покажу на примере партнерской программы тренинг-центра «Твой старт», одной из моих любимых. Ну, берем, к примеру, ссылочку. Основную ссылку на бесплатный курс. Копируем адрес ссылки. Идем сюда и вот здесь вот вставляем URL. Ставьте URL, чтобы сохранить, то есть чтобы сократить его. Вставляем ссылочку. Все, ссылка сократилась. Мы можем либо скопировать вот здесь, либо просто нажать «скопировать». Все, ссылка скопирована. Можем закрыть. Для чего это нужно? Для того, чтобы, скажем так, к партнерским ссылкам многие относятся довольно ревностно и не всегда по ним кликают. А когда вы сократите, она будет короткая, непонятно куда ведет. И уже тогда человеку всегда будет интересно нажать и посмотреть, что же там на самом деле есть. Ну, давайте, к примеру, зайдем в мой Twitter. Ссылочку мы свою сохранили, сокращенную. И сейчас напишем какой-нибудь твит с использованием данной короткой ссылки. Что-то долго сегодня Твиттер грузится. Так, ну давайте так и напишем. Хотите пройти бесплатное обучение и научиться делать сайты легко и просто? И копируем ссылочку нашу, нажимаем твитнуть. Все, твит добавлен. Наша партнерская ссылочка выглядит вот таким вот образом. Можем на нее нажать. И уже как бы видно, что... Точнее сказать, не видно, что она партнерская. И уже тогда человеку будет гораздо проще по ней перейти. Не будет он так ревностно относиться, что там будет стоять какой-то логин или ID партнера и так далее. Нажимаем на ссылочку. Идет загрузка, и вы видите, что ссылка переадресовывает на бесплатный курс страницы захвата тренинг-центра «Твой старт». В принципе, на этом
Урок закончен. Здесь все достаточно просто. После того, как вы сохранили свою ссылочку, вы можете ее записать в блокнот и подписать ее. Вы будете знать, что куда какая ссылка ведет. Это можно сделать один раз, для того, чтобы потом распространять одни и те же ссылки на форумах, блогах и так далее. Хотя, в принципе, можете пользоваться и одноразово. Сделали, зашли на сервис быстренько, сократили ссылочку, взяли ее, скопировали, и на этом, в принципе, все. Все достаточно просто, сложного здесь ничего нет. На этом до свидания, до встречи в следующих видеоуроках. С вами был Евгений Вергус и блог «Советы вебмастера».